1 февраля, парк фестивальный, спорткомплекс фестивальный. 10 утра. Обычно в это время я еще сплю, как и все прилежные москвичи. Но сегодня мы со своей дрессированной камерой забегаем на первый день турнира WPGG. WPGG. Дебют нового бренда в новой лиге в Москве. Ну, как нового бренда? Бренд YPGG уже достаточно известен в России, правда, за пределами Московской кольцевой автодороги. И сегодня первый раз, когда организация YPGG проводит турнир в Москве. Сегодня на татами дети, подростки, юноши, в общем, все те, кто еще не может называться взрослым и не обладает избирательным правом. А это значит эмоции, это значит слезы, это значит искренняя детская, по-настоящему детская радость побед. Все то, что особенно любят фотографы. Я бы разрешил секундантам выходить просто поближе, чтобы мы голоса не срывали. Это было намного лучше. Особенно с маленькими детишками, а то они в зоне разминки все теряются. Было бы намного логичнее, чтобы с командой 1-2 тренера выходили. А так, ну они выходят туда, я им еще кричу, что не кричу, он вообще ничего не слышит. Ну там да, там не будет. Они теряются, им важно, детям важна поддержка. А если ее нет, то... Но после схватки, когда они выходят, хвалишься? Естественно. А о чем им еще говорить? Они же молодцы, они вышли, отборолись. Все идет по расписанию. Сейчас небольшой перерыв и начнутся схватки ноуки. Смотрю на себя и понимаю, что нам крайне необходим спонсор в виде какого-нибудь барбершопа, но в крайнем случае какой-нибудь захудалой цирюльни. Если что, пишите. Чай, вот видите, мы просто сидим, пьем чай. Дети в ноуги выглядят еще более забавными, чем в ги. Thank you.
Абубакар, а что интереснее судить, детские ги-схватки или ноу-ги? Интереснее все-таки в ги, но труднее ноу-ги. Труднее судить? Да, потому что нету захватов, они очень активны и постоянно нужна концентрация. То есть надо следить, как они двигаются, что, где, как делают. Дети в ноу-ги настолько быстрые, что категории закончились быстро. С почином. Первый день прошел. Как оно в Москве проводится? Да, Москва приняла зимой, очень тепло у нас. Специально для вас снег выпал. Да, очень действительно хорошо все прошло. Оправдываются надежды? Да, конечно. По количеству мы, самое интересное, прогнозировали именно 600-650 человек, регистрации. Если было бы человек, конечно, было бы лучше. Думаю, даже в этом случае мы справились бы. Голос немножко подохрип. Ну, отлично. Не буду пока донимать вопросы, все остальные завтра. Да, завтра будет чуть-чуть поинтереснее должно быть. Ну, я думаю, сегодня тоже было интересно. Дети выдали, конечно. Особенно первые схватки, мы с тобой были свидетелями, Алексей. Видел ты, да? Вообще огонь не бегает. Ну, завтра, я думаю, будет не менее интересно. Будем ждать. Парни, Коля, меня. Как-то так.